А миф третий гласит, что центр народного творчества – это совсем маленький коллектив. Дим, но если быть честными, мы же на самом деле маленький коллектив. Нас всего 33 человека. Но это не беда, ведь с нами все творческое сообщество Сахалинской области. Каждый за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья. Это сила, непокоренные, непобежденные. Все в наших руках, неудача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам, не свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Есть мечты, их нельзя измерить, и друзья, в которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе, каждый первый, первый в своем теле. Мы знаем, в чем правда, ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит, без тебя никогда не победит.